кого-то надо суммонить? Или нет? Мос. Так, Мос тут. Моса здесь. Бафа дали. Так, рыбку эту я сейчас возьму. А, вон кто-то рыбку поставил. Как обычно, вот, берешь фласки, я беру припоты. И рыбу возьму. Где рыбка, блядь? Рыбку-то, рыбку кто-то поставил. Кушаем. Да, я ее не ви-ви-ви, а, во. И рыбка, столик. Он стоит. И столик дайте, пожалуйста. Наконец-то да, столик сразу дайте. О, видно, теперь у меня озарение, вся хуйня, ха-ха-ха-ха. А как эту хуйню на только на? Можно краску по хантам? Короче, надо будет потом мне поднастроить. Сейчас тебе все раздадут. Шредер, каски раздавай. Турбо он столик поставил. Соответственно, ребят, сейчас идем до ребра. У ребра делаем двухминутный перерывчик, чтобы налили кофе там в туалет, перекурили. Дальше мы идем до профа. Перед профом покурим. Давайте бьем. Агро. Наверх их веди. Веди наверх. Стопнули ДД. Дайте их подвести наверх, пожалуйста. Стопнули. Не надо бить. Давайте, заводите. Да, 25 хм. 25 хм. Все, уешим. Аккуратненько следим за дроном. Мосса, тут 25 хм и трэш слабее, чем 25 обычно. Нет, не мосса. Это не мосса. Ой, не мосса, блядь, чулан, я уже забыл. Тут намного трэш слабее. Лопасос. Лопасос. До кокулина еще не дорос. Слишком дохуя РТ проебал. Сражавшимися за свободу и покой своего народа. Может, ты за меня поработаешь, блядь. А, ладно, так. Вот еще один. Слышишь, мистер Дейбеттер, сейчас ГП буду начислять. Кулаком бей, блядь. А, в смысле, БГ порегать? Ну, я понял, да. Не снимай колочок, нахуй. Дал дизарм. Блять, да, жестко нахуй. Ты уже бьется. Давайте потихонечку. О, горгулья полетела, а, нормально. Через паучков, ребята, через паучков. Второго паука загрели. Там я слышал 4 кокона вырубить, да? Да ничего, не роли особо не сыграет. Главное, что против. На, просто подстан давайте нахуй этим. Ну так, не забываем. Стоит групповая, если боешечка, боешечка в ДБ. Забыл бы стыд, ладно, похуй. Играем приоритет, у вас паучки. Окс. Ваншотнуло просто. Да, паучков приоритет мидвей, да? Видели, да, что там пофиксили этот изол, пофиксили и голову. В смысле? Меньше СПД и меньше АП дают. Зов? Ой, Вуду? 975. Не, Вуду как давало, так и дает. Остальные, которые, этот, голова именно.
хардедашную, и золф по фикшн. По нерфам. Сколько тебе дает нокталик обычный, да? Меньше или больше немножко. В смысле, погоди, какая, которая из ПД давала? Там из ПД никакая. За. Усохшая голова. Голова давала, малокраса. Крит и прикроки СПД. Все, ну там немного, я сейчас смотрю. Туплю. Пофиксили на 200 СПД вроде. Если не меньше. Ну, скорее всего, прок сделали не как стали Кагера, а как стали Кабучки. Нет, там другой вообще прок. Да? Меньше? Шалинг, ну. Ну, считай, раньше у него было как у Талика, а сейчас на 100 СПД вот, меньше. Смотри, шанс получить 1270 от силы атаки было 1304, блядь. Ну, у меня пишет 1304. У меня 1270. Да. На 1350. 1150. А время так же? Этот. Так, далее. 20 секунд, 15 секунд. Звезда череп, как обычно. Давайте быстренько припоты получаем с фласками и этот как уходим на перерывчик на двухминутный. Быстрее так. Все делаем пооперативнее, набрали. Двухминутный перерыв и идем. Припот у звезды. У черепа фласки. Ой, там тебя имеют походу. Опять чувак тут, на. Ну, он обычно пытается меня домогаться, на. Ну, что-то, блядь, в этот раз что-то не. А он на скелеты переключился. Да пошел. Зел, погоди. Я тут бегаю, прыгаю, нахуй. Где этот? Вижу его, нахуй. Я за тобой слежу, ёпт. Хер тебя. Че кому припоты нужны в звезде обмен? Лопасос, поставь ГБ. А еще взять. Кончается, что-то всем. Лопасос изнасиловали, блядь. Чего? Я припоты выдаю, войда и этот фласки. А, поставь ГБ, сейчас дам тебе. Там 9 штук оставалось. А, вон все вижу. А кто знает, почему сука? Чё? Кто знает, почему сука сука или чё? Короче, вот есть сумка, да? И вот она закрывается. Я её нажимаю, она опять закрылась. Вот сейчас опять закрылась. Вот я бы... въебал тому, кто это придумал, так, чтобы он просто перевернулся 10 раз. А у тебя на случай не One Bug аддон? Да. У меня такая же хуйня бывает, а тупо он проглючивает. Алло. Релод прописывай, попускает. Офигеть, Войт стал давать фласки на стамину. Ебать, ты начал пить фласки на стамину? Нет. Сука, нигер. Вот Алиса, взяла бы ты нахуй Таурен, у тебя где-то было бы уже 84 хп. Ну, в смысле, что так много? Потому что там дается плюс 150 стамины от Таурена. Я думала, ты говоришь анбаф, а потом до меня дошло. Еще бы фласочку выпила, блин. Ну, Таурен уродливый, что бабы, что мужики, не хочу их делать. Вот Дринейка была бы за арту, я бы ее сделала. У меня была Дринейка раньше. Сейчас маленького ему пизды получишь. Да, тролли красивые. Блять, пора менять троллиху нахуй, не то время. Кому еще? Вот меняй. Даем обмен звезде. Не надо, все получили, я так понимаю. Ой, дай мне фласочку. На тебе припод, обмен нахуй. Так, соответственно, все получили все, давайте. Там маленький ему предлагает за демона зайти. Я да.
Ну, давай, давай. Комбат есть, ну, так что все нормально. Давай ему. Хорошо, без проблем. Давай. Давай. 3 минутки перекурчик, ребят. 5, 25. 3. Ну, я этот, сразу кофе налейте, в туалет перекурите, потом, блядь, до профок у вас перекуров не будет. Я, блядь, найду, когда перекурить, нахуй. Сейчас опять привыкать к новой, нахуй, расстановке интерфейса, это пиздец. Че, Костя, на лок отправили? Ну теперь хоть сова есть. Если ты хочешь будет, А ты не видишь, что он сказал? Но я не вижу. Что пандалы, они очень жирные. Очень не вижу, где он рыбу, рыбу он поставил. Будет отсутствовать, сейчас он придет и даст. Рыбу кушаем, у кого нету рыбы. Рыбка. Ой, дай Косте фласку на СПД. Дал. Рыбу кушаем. Так. Ну, как обычно, сейчас поставлю на себя. Потом... Тьма, у нас есть трипоты на деф? Танка? Ну да, у меня есть тут нескрушимость, которая... Броня? Угу. Блять, у меня на друиде есть. Ну, в ГБ я не вижу, просто может иметь смысл нет. Тоже их... Хотя бы там, ну не знаю, так и 3-4 единого. Я с друида потом скину. Закидайте, закидайте. Они же полезные. Мне на бурс надо их. Давай, давай, закидаем. Че за бурс? Чек на готовность. Давайте. Это еще один хостпот у меня. Бафы смотрим. Все здесь, отчет на пол.
На полный винар. Геро. Геро. По шипам. Давайте по шипам, оперативнее. Не забываем, приоритет по шипам. Вихрь, Алиса, первую прожимку. В лужах не стоим. Продолжаем дамажить, по шипам. Все по шипам играют, быстро. Готовимся по шипам. По шипам играем. За спину босса. Оперативней. Готовимся по шипам. По шипам. По шипам. По шипам. Лимон, готовься. Отдавай. Готовимся по шипам. По шипам. По шипам. Оперативней. Где задум-то, блядь? Ниже шипа. Блин, блядь, хуёво. Шейпер все-таки сдохнул уже. О, опять ботинки, да? Нормально. О, щит бисовый. Ребята, кому-то повезло. Боузеру. Поздравляю, бисовый. Давай, квесты сделаем. Пока не нейроли. Какой нахуй квест, ты шуёв? Почему бы и нет? А нет. Чё, если у меня есть такая шуманка, то мне за разницу её дают, да? Или как? Если есть обычная, то за разницу. Ага, понял. Тебе надо нажимать минор апгрейд. Да, в следующий раз при таких случаях минор апгрейд нажимаю. Линка не щит. Если у тебя есть, линка не будет. Если нету, то заходи. Я релокнусь. Ну вот линка, ну оно на мне сейчас. А, ты за кольцо? Я говорю, за щит. Да-да-да. Сколько там получается? 275? Мосси, по-моему, эти сапоги нужны были, не? Да, Мосси, Джурада. Мосса забирает. Выкупили. Чулан забирает на минору прыщ. Чулан тебе отдать или Мосси? У него ход все-таки. Он на третий спек, а Мосса на мейн спек, так что давай Мосси. Да. Я минор апгрейд. Линкани. Линкани. Минор апгрейд. Ну да, Линкани. 412, если не ошибаюсь, да? Все, ставь лук там, группу. Угу.
Мы, ребят, не забываем, если у вас собычки есть они, то есть говорите, то вы грейдите их. Нажимайте соответственную кнопку. Я нажал Алис... на минор. Нет, я просто предупреждаю остальных. Череп, Алиса, тяни. Без квеста, ребят, идем, без квеста. Играем по черепу. Опа. Зря. Щитом. Ничего, ничего, это еще не вайп. Плюс 2 хила. Ну, бегите, чё. Вот. Помощник, отводите вниз. Вниз отводите. Череп. Отводите вниз. Зидум, не срывай игру, не бей. Все бегите, остальные. Просто надо отвести. Остальные встаем, побежали. ТПшимся сразу, не бафайтесь. Бафнитесь после ТП. Пускай его вниз, чтобы он не вайпал рейд. Рейд же не отойдет от него. Мы же не такие. Зря. Думал, не зацепит. Через стан играем по черепу. Нет, не половина КП. Блин. Лиз, вот чуть-чуть повыше, просто невозможно ни на лестнице не прохилить тебя. Дайте сам понимать. Там вот поможет. Есть, например, у тебя есть Upreach Minor, да, ты говоришь, за Upreach Minor, тебе расскажу в их, этот. Есть у тебя обычная шмотка, если есть, есть хаймовская. Хаймовскую отнимаешь от хаймовской обычной шмотки и получаешь это ГП за Minor Upreach. Фулл ГП героического вычитается, из героического фулл ГП вычитается обычная фулл ГП, все, получается разница. Игра. Если шмотки с обычки нет, то вы забираете героическую шмотку, которая имеет такой же на базу аналог обычки. То вы за фул просто ГП забираете и все. Так, Алис, а, все, нормально. Мимо было. Так, папнемся аккуратненько. Идем. Встал. Да эти-то не такую хуйню не вижу. А, это не тот штук. Помощники только, не забывай. Угу. А чё, блядь, ты 10 потом... подняли, что ли? Фуваров. В ГБ. А, я выиграл. Почти каждый раз проклятый 10, ты чё, ёбнули? Где такое видно? Это трэшно. Трэш. Так, РДД по черепу. РДД по черепу. Отверни, пожалуйста, это. Угу. Шеф, не лежи, вставай. Че, вот уже и того помощника что ли слили, блядь. Молодцы. Так. А, на шарпе у нас пан, правильно понимаю? Да. А у тебя... Агро, блядь. Агро, агро, агро. О, шарпе, пан, у тебя есть пан? Вандалака, подзовите НДК, он сагрит леди, так, если будет бегать. Похуй, полежу. Ну, детка, то есть хорошо. Так. Ассалям алейкум, ассалям. Соответственно, давай, в танка, пан.
Пан, твоя задача будет моба отсюда тянуть на левую сторону. Соответственно, здесь Лимон, ты будешь с левой стороны, Алиса будет с правой стороны. Так, сейчас я раскидаю вас. Так, вот давай сюда. Шедер там. Так. Турбо. Шейпмастер. Так, соответственно, первая, третья играет слева, вторая, четвертая играет справа. Обновите каску, пожалуйста. Шо, где, куда играет? Фулл бафы обновили. Первая, третья играет слева, вторая, четвертая играет справа. Пан, ты тянешь с лестницы бомба на левую сторону. Ребят, главное, милишных мобов поймайте. И да, ребят, как его? Не забываем, надо будет продиспелить турбо, анкил, лопасос, моса, джурада. Бузер, если у тебя вкачано. Соответственно, с вас диспел проклятий. Дальше. Лопасос. 4 шипешника. Не забываем, 3 человека должны быть контролем. Райан, с тебя контроль любого одного человека. То есть, ребят, главное, не убейте при контроле. На второй фазе следите за духами. Если этот раз вы ёбнете духа около себя, вы можете не сдохнуть, но зато сдохнут рядом люди. Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Как сейчас смотрите на леди? Чек на готовность. Дайте каску по ханту. И паладин спасибо. Есть, все, спасибо. Раздай касочки. По ханту дай каску. Далее. Блять, а что на мне еды нет, что ли? Кто справа танчит еще раз? Справа танчит Эвинар. О, дай-ка я. Так, тут будет похуй. Лимарти, на левой стороне. Посмотрели сейчас пати. Шарпи все равно налево ведешь. То есть, Лимарти, ты слева играешь. Все. Последний чек. Погнали. Шарпи пушку один. А пушку эта хуйня снимает, потом одевает, нет? Нет, не одевает. Понял. Так, все готовы, отчет на пол. Может быть 3 секунды. Главное правого и левого забери. Центральный похуй. Так, Дарнавана сразу запиздите, служу вышли. Контроль над разумом. Контролем. Контролем людей. Потом продиспеливаем. Служим. Призыв мобов. 2 секунды. Готовимся. По мобам. Что, заключил мемнис? Нет. Да потом. До сих пор показывают 10 секунд мобы. Я другой добавлю, ничего. По мобам. Контроль 2 секунды. Готовимся. Контроль. Видишь, бишь пушки бегают. Угу. Че тут два тела бьет мобы? Потому что контроль дали. Диспел помощницы 4 секунды. Пам-а-бам. Контроль над разумом 5 секунд. Контроль.
Маб взрывает. А диспеливать не забываем. Барьер маны 15%. Да, еще рано. 3 секунды моба. Да стоп. Стопнули по боссу, играем по мобам. Быстро мобов сносим. Я в контроле. Не убейте мне нахуй. Не убейте мастера, алло. Фанатик РДД. Череп РДД. Череп РДД добили, остальные по боссу. Танки набираем агро. Фаза 2. Лимон, ты этот, как его, на трэше сидишь, трэш собирай. 2 ДК на боссе. Играем по мобам. Контроль над разумом, 4 секунды. Геру дай. Законтролили. Я в контроле. Я брусты прожал. Осторожно, ребят. Блять. Пизда мне. Бэрнем, ничего. Лопасос после контроля Бэрри мастерала. Духи. Азоэл у меня впустил исповедь. Все агро, 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 агро. Амбэ. Шо встану? Шарпи, ты на боссе сидишь. Даю это посет сальву. По мобам. Служи. Контроль 4 секунды. Духи. Контроль. Или зона. Духи, 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 духи. Главное, от духов не сдохните, ребят. Блять. Духи. Мобы, по мобам. Готовимся, контроль. 5 секунд. Духи. Контроль. Духи. Служи. Контроль. Фу-фу. Блять, духов взорвали кто-то. Или я, или кто-то другой. Так, бьем пока так. Джурада, бэйр Мосу. Моса, бэйр Зойла. Быстро. За духами следим. Мобы, 2 секунды. Моса, бэйр Зойла. По мобам. Духи. Следим за духами. Контроль 4 секунды. Готовимся контролить. Расконтролили. Твинси не убить. Бузера не убить. Шейпера тоже не убейте. Духи. Мелизона, алло, блядь. Аккуратно. Арты. По танка, танка прохил. Мобы, по мобам. Духи, духи. Служи. Контроль. Двух миллизон. Ульти, мистер Дайбетт, Твинти, контролем. Контрольте, контрольте, контрольте. Духи. Нужно после, да? Так, Лимон, держи этот мобов. Все играют чисто по боссу. Духи. От духов не забывайте. Контроль над разумом. 5 секунд. Расконтролили.
Контроль дали. Фир дали по турбойсу, иначе сейчас пошотает нахрен. Духи. Бам, задумай, ёбнул. Духи в РДД сзади. Добивайте босса. Реснули. Пиздец. Кто там следующий босс? Владик, это не я тебя хуйнула. Хуен. Ботинки охуенно, как раз. Я, Зоил, я тебя, сука, запомнил. Так. Я простой рыцарь, вижу падающие пальцы. Сейчас плюсанули в чат, кому нужен этот, как его... Посох. Квест на посох. Джорадо, он на друида не идет. Так, он так, Джованни, в следующий раз полутаешь, давай. На друида он идет. Нет, жрец, маг, чернокнижник. Идят. Добавили на все классы. Жрец, шаман, маг, чернокнижник, друид. Да ну нахуй. Уже добавили и шамана, и друида. Все, кто носит посохи, что ли, получается? Да. Да. У меня только жрец, маг, чернокнижник. Чё не обновлено, будет? Значит. Я добавлял сегодня. Я... У тех, кого не отображается, типа маг, шаман и все остальное, те не смогут забрать. Прикольно, а как тогда забирать другим? Все равно Зойлу отдавай. А хули паладинок вообще никто не подумал? Так вы просто отдайте тому, кому он нужен, и все. Че, разрулили? Можно агрить? Погоди. Посох Зойлу. У меня пишут все 5 классов, нормально. Не, ну я не знаю, у меня обновление качалось, ну, проверялось. У всех обновилось. Ни хрена. А, чтобы вы понимали, у меня уже недели 2 назад или 2.5 обновилась хуйня. У меня тоже. Я тринки тоже увидел, у меня обновлены, у вас нет. Соответственно, обновится. Ну, вчера что-то обновлялось, но, по-моему, ничего не поменялось вообще. То есть... Каститом на виде, который получил Зоил. На друидов, жрецов, чернокнижников. Ну, я там нету ни друида, никого. Ну, значит, никто не обновил. На кого ну, еще? Я обновлялась вчера что-то. Погоди. На кого там еще раз? Жрец, шаман, маг, лок и друид. Бузер, тапки, линкани, собычки. Ага, Твиси, видала, шаманов добавили, а паладинов нет. Да, я говорю. Посоха нет, у паладина. Где мир и справедливость, да? Шему собирайте. Ну, блядь, вы еще паладина, блядь, посох добавьте нахуй. 100 осколков надо будет. Я была нертика, дождусь. Ой, это не скоро будет. Значит, мечта так и останется мечтой. Я, кстати, видела чувака какого-то с волонером. Тут нет волонера. Я не думаю. Я видела. Значит, ГМ какой-то. Какое-то отношение к администрации нет. Только с 25-ки, ребят, еще раз говорю. С 25-ки обычка шмотка у вас есть. Вы жмете минор апгрейд, и вы просто грейдите ее с гера. С 10-ки такая хрень не катит. Только с 25-ки. Это для 25-ки сделано. Целка. Оп, и гер. Ладно. Давайте поднимаемся. Если я нажму кнопочку main spec, я получу, блядь, выше по приору, чем апгрейд ваш. Минор апгрейд также идет выше по приору. То же самое, что на main spec. Смотри, кто спрашивает? Смотри, main spec это самый высокий приоритет. Ну. По нажатию. Второй идет минор апгрейд. Третий в спек. Четвертый грид. Пятый пас. Одинаково. Ну, минор просто. Одинаково смотрит гам, нахуй. Да, что ты получаешь. Ты можешь нажать на мейн спек, и кто-то на приор упрейдж, нахуй. И у него будет больше липа, чем у тебя, он все равно получает, потому что тем более у него мейн спек. Ну да. На оф спек у тебя, походу, минор упрейджа нет, если только никто не ролит. Так. Пускайте я приду. Далее. 4 плюса в пушке. Блять, Лиму сейчас Джованни. Суки, да. Не забагайте пушки, ребята, пожалуйста. Кость на маленьком. Так. Ага, вижу ты тут. Отлично. Соответственно, Алиса, прыгаешь туда, Шарпи в ДД. Каково? Лимон здесь.
На пол здесь лимарти. Давай мобов, пожалуйста, на лимону. На дыгдымыча. Так он в 4 пушки там уже, я же сказал. Выхухоль, лимарти. А, лимарти на пушке. Да лимарти, постой, побей мобов, а. Где мумо? Ну чё, у меня стрелы не бесконечно. Заебали тебе, этих антенн. Тебе стрелы нужны? Я тебе сейчас стрел наделаю. Я знаю, только у тебя мобов не попадает. Что вам случилось? Да Му умер. Му умер. Что, допрыгался нахуй, что? Лимарти, давай, короче, этот, фигач. Ничего, нормально. Я тебе сейчас, да, вон тебе дживс. Сейчас, если у меня есть тьма, я тебе наделаю пару паков. Поставьте шкаф при сумонке. Уже шкаф, он даже добегал. Добегает. Дайте тогда каску хоть по ханту. Нахуй корабля это хуйня. Каску дай. Блядь, чё, у меня тьмы нету. Есть извечная тьма у кого-то? Так, прибежал. Баф рогу дали. Чек на готовность. Тогда место Лимарти. Следующий кто у нас? Выхухоль, Шансунг, Джованни, Вудшейпер. На пушках. Каску ханту. Шреддер, по ханту каску дай. Дыгдымыч тут, задум. Угу. Он не в пушке, он вылез с пушки. Если говорю дай, значит даешь. Дали тебе? А что, Шреддер с выбором уже не пьет? Завел. Вы ВК были? И выбили там. Сука, лучше бы я пошел на ВК, на. Надо было зайти онлайн. Да, порезали зов. И ну, не немножко. Куклу Вуду. То не куклу Вуду, блять, я усохшую голову. Ну, значит, это прямое доказательство того, что он зов стакается с чешкой хэм, нахуй. То есть воля говно, да. Порика, нахуй. Это уже давно было известно. Да я понял. Надо чешку хэм как-то знать. Кто скинется, блять, мне на чешку хэм. Есть рук. Так же, как и на этих, на комбатов будет теперь топ, нахуй, твои т.п. Разве что воля хэм как-то, возможно, спасет, но... Пушки не забываем, по дальним играем. Бьем пока мобов. Да, я знаю, что у меня воля, и так я не заберу. Мне нахуй, на пока с хэмом надо. Прыгнули. Включи мем на съебаную. Да, никуда. Блять, нажми на кнопку ДБМ. Пушки по дальним оружейникам шьем. Они нихуя не сделают. На свой корабль. Где там ДБМ? Опции. Я в общем, да, мемность, галочку. Этот выхопили. Да, нету толку, и поэтому я оставляю людям, которых нету воли. Даже с хэм, либо с обычки. И чё там надо, звук включить? А тебе чё, не включён? У меня нет. Главное, галочку поставь, включи звук. Пал, я не успеваю на пулю, и там просто по КД мои ловушки летят, и поэтому они на меня бегут. А чё у тебя включено? Просто галочка включена. Сука, я упал, короче. Да у меня аудио, у меня все вырублено. Ё-моё, прикольно. Я, короче, упал, мне назад портануло. Я думал, всё сдох. Так и делается. Ну, включить звук, и чё? У меня никакой мемности нету, на. Подожди, сейчас выйдет этот. У тебя чё, в ДБМ нету мемности, что ли? Да есть мемность, нахуй, у меня звук. Там что-то будет испанцы. Сейчас будет, вот, мах вышел. Сейчас должно быть. Вот. Ясно. Не, когда пул лучше. Сейчас я покажу.
где у меня это? Потерялась куда? На свой корабль. Сейчас будем слушать. Не, это не то. Где народ погнали, вот это нормально. У меня это играло только что. Не, у Тёмы не то играл. А чё я прыгнул? На свой корабль. Да вы запарились с атакой, нахуй баловаться. На пельменях, пизда. Чего орут там? А, испанцы? А чё, вам слышно, что ли? Да. Тут так прям плохо-плохо, но... Ты там не скачал, что ли? Не-не-не, я так. Вам слышно от меня, что ли, все? Да, ты в колонке. У меня не колонки, у меня наушники. Всё равно было слышно. Не знаю, но... О, нихуя себе, чё ты делаешь? Чё такое? Танчи его. Вот он, испанец, блядь, прилетел. Валя, блядь, назвали. А я видел снизу какие-то, блядь, чё? Белые, ебать. Хардбосс, видос снимаю. Сзади, смотрите, что творится. Видос снимаю. Лоу. Это, короче, он. Я думал, это что-то новая механика. Он сейчас подымется. Это, короче, когда кто-то прыгал, нечаянно, походу, прыгнул к ним. Там не сразу портануло, и такая хуйня. Испанец. Ну, ждите, пока эти пролетят. Ну. А еще лучше, когда этот идет, как его? Фибиаэ. Open the door. Где он, чулак? А, вижу. Джудом, позови своего пимпа. На лимон. Он вылез, потому что бой висеть будет. Сейчас мы убьем его. А чё это у меня? Он что, дурак? Ой, вот такого я еще не видела. А две синдры видела? Там две синдры одна прилетела, мы вообще охуели. Я это заскринила. 20 гер. Прикинь, две синдры, блядь, прилетели. А чё, ваши скрины, у меня видео есть. Сука, корова прокнула. Пошел ты нахуй, ёбаный дракон. Юля, чтоб ты понимала, мы когда с Криксом в десятку ходили, мы на сурке били вот этого драка во время пуза. Хорош. Вообще нормально. А у нас за, блядь, мы ж за убили, когда у нас трэш резнулся. Да. Видос тоже есть. Давай, разруливай. Ну, плащик, да? О, Крикс, Крикс. Костя, где она нужна была, да? Что ты, нихуя себе. Я вроде. Костя там говорил, что не приоритете, не очень надо, по-моему. Нет, зачем ты же на корабли заходил? Не за ней разве? Сними ему, у него обычка есть. Линкани. Линканул уже два раза. Так, она же ему, походу, и начислилась как надо. 389 им. Нет. Это идет как оффхенд. Мейнхенд идет меч с этого босса. Ну, либо с лича, топорик. Либо с джайна меч. Кто как берет. А грид это за 10, да? Да, грид, если никто. Грид это не... на распыл. Грид распыл, а 10% это этот мастер есть, там вы добавили. Чирада забирает на мейнсе, да? Так нету там 10%, вот я тоже гридом клацаю. Думаю, что это десятка. А, получается, тогда если кто-то один нажал на успех, тогда грид. Понял?
тогда если кто-то один на офспек жмет. Ну говорите, ты... если вам надо шмотка, которая за 10% и никому она больше не надо, тогда, блядь, говорите. Если эта шмотка говно и вы один ролик. Жми офспек и говори, что ролишь за 10. На третий, епта. Вот и все. Там можно ввести еще одну пятую кнопку, как раз написать третий спек. Да это делает РЛ. Счет. Можно добавить еще одну кнопку вручную. Так, это же диплом за десятку. Роли или не роли? А счет он как бы... Что? Что там? Не, нет у него. Так. Человек на готов... Ой, ты только зашел. Все, вижу. Прыгает рынки отдавать за фул гапана. Без минора проезжена. Хотя, посрасим. Чек на готовность, посмотрю. Бафы. Так, настоев нету, уже всех установок. А, есть. Стоп, это, у меня звонит сейчас этот, открой дверь. Мастер, на, ход забирай, что? Есть одна эта на бронебанка. Есть. Дай одну штучку. Где она у меня, блин, сейчас пойдет? Ход заберет волю у тебя. Честно готов. Кто-то? Ну, а как должен быть по-другому, как ненормально? С 10-го раза там. Бэл! И потом еще раз, и на реакция. Пальто нет. Так. Выхоль только не подтверждал, все готовы. Отчет на пол. А, так, заведу. Если нам круто надо, можете обновить. Так, надо на минуте 0.3 прожать. 0.2. На пол, на эвинар. На 0.2 прожать. У всех норм таймер у нас. Да, норм таймер. Скачай аддона. В аддонах есть ссылка на ДБМ рабочий, блядь, со сменой пушки на личен. Ой, на Ледина, под контролем. Снятие, точнее. Spell Times, может, скачал. Не то. Ты что-то не то скачал, походу. Либо не так распаковал, как я, блядь. Либо не туда, блядь. Его, кстати, надо в папке, которую он... А папку целую не надо скидывать, тебе надо скидывать то, что есть в папке. Как он долго болтает, а? Чтобы была. Пусть болтает, главное пусть бросает то, что надо в конце. На полный винар, не забываем. Чё ты морут? Да хуй знает, какой ты хуй не орут. Где Ром? Где Ром? Алис, дай нам грейд. Прочь, у него болот. Из Шрек. Помабам. Ты им обоих сносим. Шарпи, давай бомбы. Я да. Помабам. Я
Да, она назад пересушали. Готовимся по мобам. По мобам играем. Как я хочу с тем варом уебать ГП, нахуй, это пизда просто. Экзекут. Я стол не стакаю. О, мобан. По мобам. Так, я удал ран, нахуй. Версу чарить? Да. Сейчас вот я смотрю, у тебя намного повыше, да, с демоном, с совой? Нихуя, нихуя, говно. Ты думал выше. Пояс, пояс, поясок, везет шамам нашим. Терески лучше. Ой, не крути. Ну да, там крита. Что-то все равно у нас у кастеров маленький ДПС. Дрова не забирает. Так, тпшимся. Тпшимся, готовимся, валик бить. Рейдовый ДПС 248 тысяч. 248. Да. 248-808. А там отличается, у всех всегда будет отличаться. Так, давайте подходим. Ребят, тпшимся, не стоим. АФК, перекуров не было. Где он, Валя? Челинка, ну либо хоть кто-то поглощение с архивом. Нет. Быстрее по валькирии играем. Сейчас вторая будет. Во вторую. На седьмом месте по отхилу. Идем. Сорбу. Да. Ой, не играла ты на катаклизме. Я играла в Пандарии. Ну там вообще пиздец, ДК хилится.
вроде сейчас лоу хп сдохнешь, и опа, какой черви, у тебя фул хп. Там абсорба у него много. Я Пандарию танчил протопалом в хосте. Был первый по ДПС и по ХПС. Дай угадаю, через печать света. Тут такого у вас не получится. Так, нет, там отмщение так работало, что чем больше тебя бьют, тем больше у тебя наскакивается брони. И броня шла в СПД. Я был первый по ДПС и по СПД. А ОЕ на пол на танков дали? Я думаю, почему у нас протопалы на сервисе с какой-то игра не держит на себе ПКД щит. А там что-то Турбойс мне как-то объяснил, типа неправильно что-то тут работает. Я правда не запомнила, что. Просто в моем понятии протопаладин, ты его вообще как отче наш просто на себе щит. Ну, в РС 25 гер его обязательно держит, маленький. Вообще его везде надо. Вот так как протопал ОТ, да пизде вообще. Когда он получает дамаг, то щит должен быть 500 абсорба. Ну, сколько реально? Конечно. Шей прийти сегодня не прокнуло, что? Что не прокнуло? Узнаю, только в конце мне придамажил. До этого всегда почти придамажил. Я лагаю, блядь. А если я куплю комп, я не буду дамажить, я удалю нахуй Вов, блядь, и пойду. Ну это ФПС, а забить от автоатаки нахуй. Правую сагры. После живая звезда. Блять, мне нужно на 10 на 5 минут отойти пока. Пока кунькать. Это было на полчаса, блять. Под босса вставайте. Не под босса, а под калерис стали. Быстрее задамажим. Блять, каждый день больше охуева. И почти каждого, блять, никого теперь не смотрю, у всех ищаем. Где зомби-то? Чё за хуйня? Так чё ты удивляешься? Его донатить можно. Донатить можно, но мало кто. Вторая. Всё тихо. Вторую ловим. Прелесть доигрываем быстрее. Дали бомжей. Мультя на хп. Некогда. Захиливайте. Релиз доливаем. Мурбетер на хп. Давай на хп. Он же давал. Отлично. Ленточку рольте. А, бля, играем. Ленточка, сука. Играем по вонючке. Как вам дали дела? Мастер, я говорю, как там в Далоране дела? Нормально? Не, нормально все. Ну, посол, все нормально. Прохил. Бьет через стенку нормально. Входу жопу не так держит. Молодцы. Это не Сириус. Она и била здесь через... Ой, это не Циркуль, который он через... Она... Как раз мы на Сириусе эту хуйню тестили, алё. А в Циркуле он так не работает. Вроде сдох. Вторую давай. Ооо, это залет. Винни, ГЦ. Вторая. Вторая, я в прошлый раз не сролила так. Тебе подарили просто. Я не знаю, я выиграла. Я подарю, извините. Не отдам. Раз считаешься за Володю? Сейчас, нет.
Я еще не вышел. Второй раз детектите ловушку. Слева. Кови было. Ну просто раз. Куда идем? На тухло. Ладно, чтоб никому не обидно было, я ее Алисе подарю. Ладно, ребят? Нет. Ну, нет. Видно, подари что? Ее Володе. Нет. Следующему порогу. Что там, нету, что ли? Нет, я дам Алисе. О, большого. Ну нахуя, у меня воля как раз откатилась, сука. Ладно, подкаст. Что, нету ловушки, или вы ее сняли? Уже все две сняли. Нет. Не сняли, а за этот, как? Активировали. Вроде одну активировали только. Две активировали. Одну. Две Тёма. Две Тёма, ёб. Да я же видел, я их танчил. Чё вы хуйню какую-то мне говорите? Тебе показалось, но... Я показал, что у тебя шайм есть, но... Удали его, нахуй. Ну, очень нужно. Это на ленточку? Нет, это на плечи эти. Двухсотый. Угу. В следующий раз ленточку заберу с КЗКПНа. Серьезно. И чё, это было честно. Если а я просто не пришел. Это было я нечестно. Тебе. И двухсотый, на. Ленточный чек. Поезд давай. Выиграй.